совковые лопаты, пожалуйста. Вот эти грабли очень удобны, тоже для населения. Они у нас берут вот основном вот эти грабли. Они алюминиевые, что ли? Да? Нет, они специально железные. Ага, не гнутся, да? Нет, не гнущиеся. Инвентарь на складе не залеживается, рассказывает начальник ЖЭУ Раиса Багуддинова. Не дожидаясь официального субботника, жители уже начали приходить за инструментами. Пункт выдачи работает постоянно. Пожалуйста, в любое время, когда им нужно будет, мы всегда выдаем. У нас круглый год инвентарь этот, он для населения, как предназначен, для населения идет. Таких пунктов выдачи инвентаря по городу более 150. Они есть и в ЖЭУ, и в ТОСах, и в районных администрациях. Специальная комиссия в составе сотрудников департамента ЖКХ, а также Государственной административно-технической инспекции и жилищной инспекции проверила их оснащение. Внимание обращали как на количество, так и на качество инструментов. Есть отдельными местами некачественная насадка лопат, но не без этого, естественно. Значит, замечания сейчас уже дали начальникам ЖЭУ, они устраняются в настоящий момент. Горожане, желающие принять участие в субботниках, могут обратиться в ЖЭУ по месту проживания. Инвентарь готов. Также администрациями районов организованы телефоны горячей линии для жителей, желающих присоединиться к генеральной уборке. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.